Сотрудники спецподразделения МВД «Беркут», управления по борьбе с наркобизнесом и Кентауского РОВД провели спецоперацию по задержанию 20-летнего жителя Кентау, подозреваемого в совершении убийства. Молодой человек 2 года находился в республиканском розыске, и его задержание стало результатом долгой кропотливой работы полицейских. Задержание 2 молодых людей, один из которых подозревается в убийстве, проходило по всем правилам оперативного искусства. Бойцы спецподразделения «Беркут» преодолели высокий забор и, вскрыв входную дверь, ворвались в дом. Захват для обоих задержанных стал полной неожиданностью. Так что и оружием, которого в доме оказалось немало, они воспользоваться не успели. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мы задержали жителя города Кентау, 2 года находившегося в розыске по подозрению в совершении преступления по статье 96 «Убийство». Он был задержан в микрорайоне Нурсат в одном из домов, где временно проживал. В ходе обыска в доме были обнаружены 3 пистолета. В этом же доме в момент штурма оказался и младший брат подозреваемого, который полицейские также задержали. На вопрос, где было приобретено оружие, задержанный ответил знакомой всем полицейским фразой. Все 3 пистолета я нашел на улице и с тех пор храню их у себя. Какие пистолеты опны? Чему? Не еще ставь журнус. Сейчас задержанный заключен в изолятор временного содержания. Оружие отправлено на экспертизу, которую установят, использовалось ли оно при совершении преступлений. В 10 часов вечера на пульт 102 поступило сообщение от жителей улицы Диваева. Горожане рассказали, что на улице слышалась стрельба и есть пострадавшие. Уже через несколько минут на место происшествия выехал ближайший экипаж дорожно-патрульной полиции. В ходе патрулирования центрального пульта нам, 808-му экипажу, поступило сообщение о драке с применением оружия на улице Диваева. Выехав на место, мы установили, что в 2 граждан стрелял мужчина из оружия, а затем он вошел в свой дом. Один из 2 мужчин получил огнестрельное ранение в ногу. Ему сейчас помощь оказывает бригада врачей. Как рассказали потерпевшие, стрелявший ранее знакомый человек. Стрельбу открыл после того, как ему напомнили о долге. Келген жоқ, үйінен шықты автомат, ой, пистолеттен. Келіп, үйінен алып шықты ғой енді, ясын дела ғой. Мы пришли к своему знакомому, чтобы забрать денежный долг, но он отдавать не стал. Он вышел с оружием и стал в нас стрелять. Стрельнул 2 раза, мне попал в ноги. Потом стал стрелять еще вверх, а затем он ушел. Прибывшая на место происшествия оперативная группа Альфа-Арабийского РОВД посетила дом стрелка, но его не обнаружила. Не было во дворе его автомашины. Полицейские объявили план перехват. Сейчас расследованием этого инцидента занимаются следователи Альфа-Арабийского РОВД. За сутки пожарные области выезжали на тушение огня 18 раз. В 6 часов утра сообщение о пожаре на пульт дежурного Шымкента поступило с улицы Интымак. Здесь огонь разгорелся в частном доме. На ликвидацию пожара выехали 2 спецподразделения, 11 человек личного состава. Огонь установили пожарные, охватил столовую и 1 из комнат дома. Площадь возгорания составляла 40 квадратных метров. Пламя пожарные ликвидировали в течение 25 минут. В этом происшествии никто не пострадал. Сумму ущерба, нанесенного огнем, и причины возгорания сейчас выясняют дознаватели управления по чрезвычайным ситуациям города Шымкента.